Привет всем подписчикам, гостям канала. Пришла очередная долгожданная посылка от Вадимила. Будем распаковывать, что же там к нам пришло. Так, тюрочку распакуем. Ой, неаккуратно. Но эффективно. Неаккуратно, но эффективно. Так. А тут у нас пришло мотоцикл М1А Москва по прозвищу Макака. Так, упаковываем аккуратненько. Аккуратненько распаковываем. Вот такой вот мотоцикл в таком блистере. Так, мы его отложим в сторонку. Упакуем журнал. Вот. Вот такой вот журнальчик от нашего мотоцикла. Так. Журнальчики у нас имеется вот такая вот коллекционная открытка мотоцикла. Так. И на первой странице у нас М1А Москва. Народная макака. Мотоцикл. Придем к обзору небольшому. Переворачиваем страничку. Тут у нас, как всегда, тираж 11 025 экземпляров. Рекомендуемая розничная цена 699 рублей. Дата выхода 16 марта 2021 года. Так, статья М1 Москва, ну, о мотоцикле у нас, третья страница. Так, на четвертой странице технические характеристики мотоцикла. Так, на пятой 5 фактов о мотоцикле самом. На шестой история модели с пункта А в пункт Б. Так, вот статья у нас немецкий след. Из Шопау в Москву. Московский 1 литр А. Так, вот такой вот у нас плакатик имеется на наш мотоциклет. Красивенький аппарат. Так, снаружи и внутри. Это у нас о двигателе, о раме. Вот, описывается. Двигатель мотоцикла М1А. Производство Московского автозавода. И рама. Следующая модернизация и модификация мотоцикла. Преемник модели М1А, М1М Минский. Проект модернизации М1 осуществляется в ГТР. Интересно будет почитать все эти статьи хорошие вокруг мотоцикла. Первый спортивный вариант внизу.
S1A, спортивный мотоцикл M1B. Читать будет интересно. Ну, напоследок, на следующий, в следующем выпуске, через 2 недели, Иж Планета 2, Королева проселка. Как всегда, коллекционная открытка в каждом выпуске. Так, отложим мы журнальчик. И перейдем непосредственно к мотоциклу. К распаковке. Так, приклеилось у нас. Так. Опачки. Отлично вообще приклеилось. Очень хорошо. Так, достаем с бустера. Рамку отложим. Красавец. Вот такой красавец у нас. М1А. О, красотуля. Так, ну, мотоцикл, как обычно, выполнен на подставке. С пластмассовой болтиком прикрученный. На баке декале написано Москва. Спицы у нас чуть поменьше сделали, чем в тех сериях. Покрышки выполнены оригинально. Даже надписи имеются. Все положено на оригинальном мотоцикле. С этой стороны номер выбит. Так. Имеет у нас ножка тормозов, кожух цепи, багажник железный на крыле, глушитель такой, как ракета сделанный. Бак капелькой. Сиденье амортизирующее. Вилка. Вон амортизатор в серединке стоит. Вилка сама летая. А амортизатор стоял один внутри. И вилки. Так, с этой стороны у нас кранчик, кран перекрывания топлива, на карбюратор, серебрянка покрашенный, бобина выполнена под баком стоит, только бронепроводов нету, бронепровода опять забыли сделать. Так, ручка сцепления, ручка тормоза, открашена серебряночкой, крышка на баке тоже серебряночкой открашена, насос под раму, на раме насос подкачки колес выполнен. Как на велосипеде раньше было, были.
Ножка не откидывается, как в предыдущих моделях было. Здесь она не откидывается. Отдельно от подставки не подставишь мотоцикл. Оптика на высшем уровне сделана. Рассеиватель. Даже показан. Имитация лампочки. Спидометр. Грязь декаля. Наклеена декаль. Стопак задний. Вылитый, открашенный катафотом. Карбюратор открашенный. Воздуховод. Воздушный фильтр. Так. Бардачок выполнен. Так. Амортизаторы, конечно, здоровые такие выполнены. На сиденье. В основном такой вот отличный мотоцикл. В масштабе 1.24 нам предлагает Моди Мио. Компания Моди Мио. Так, еще вот косячок у нас там не видно, не видно будет. Покрышка свободно слетела. Поэтому колесо заднее не крутится. Ну, видите, косячок какой. Вот. Заднее крыло. Или колесо. Колесо, не криво крыло или колесо кривое. Не пойму. Вот. Кто же косяк. Ну, спереди вроде косячков нету, все ровненько. Единственное, по-моему, руль. Еще вот руль. Так. Ну да, руль тут косяковый, чуть-чуть неровненький тоже. И вот у нас движимое. Лицо переднее у нас движимое. А заднее недвижимое. Вот небольшие маленькие косячки. Ну ничего страшного. А то он выглядит очень хорошо. Мне прям нравится. Красавец. Кому нравится, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Кому не нравится, ставьте тоже лайки. Все. Всем пока. До новых встреч.